यथा तरलमुलसेचनेन तिप्पन्ति स्कंदो भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्व अर्हननं उच्यतेजा यथा तरलमुलसेचनेन तिप्पन्ति तस्कंदो भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर अर्णम अर्हननम उच्यते उच्युतेज्या। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर Prabhupada told, to seek the satisfaction of Supreme Lord. Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что думать о удовлетворении, о радости Верховного Господа и удовлетворении обычных людей — это разные вещи. И те, кто заинтересованы в удовлетворении обычных людей, общества, чтобы получить какое-то имя, славу, уважение, положение в обществе, для них невозможно воспеть славу Верховного Господа. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что те, кто на 100% склонны, преданы лотосным стопам Верховного Господа, тогда и только они могут говорить об абсолютной истине. Только тогда они могут говорить об абсолютной истине. Для других это невозможно говорить о той абсолютной истине. Шрила Прабхупад сказал, что по милости Бхактивинода Такура у нас есть все, поскольку он все даровал нам. Единственное, что мы должны делать, это следовать его наставлениям полностью, без отклонений. Мы получили все по милости Шрилы Бхактивинода Такура. Единственное, что мы должны делать, это следовать ему полностью, без отклонений. Мой Гурудев Парамхамса Шрештха Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж и вся наша Гуруварга, они все говорили нам, что для нас невозможно поддерживать Гаудия Мат. Если мы не будем следовать наставлениям Шрилы Бхактивинода Такура и Шрилы Прабхупады. Если вы хотите поддерживать Гаудия Мат, это одно из, ну, в смысле, поддерживать существование Гаудия Мат. Гаудия Мат может автоматически существовать. Единственное, что нужно делать, это следовать наставлениям Шрилы Бхактивинода Такура, Шрилы Прабхупады. Некоторые говорят, мы не можем поддерживать Гаудия Мат, если будем следовать Шриле Прабхупаде и Шриле Бхактивинода Такуру. И для них моя просьба: уйдите из Гаудия Мат, живите своей семейной жизнью и не беспокойте Гаудия Мат. Иначе, если они соблюдают дни явления Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Такура, это просто какой-то спектакль, ничего больше. Вы можете видеть, что Гаудия Мат существует очень хорошо, если вы следуете Шриле Бхактивинода Такура, Шриле Прабхупаде. Иначе вы можете поддерживать общество. It's not possible. Anyway, I was discussing all about Dhruva Maharaj yesterday. Я говорил вчера о Друве Махарадже, о том, как Друва Махарадж стал успешен в своем баджане, и Верховный Господь был очень вдохновлен увидеть своего маленького преданного Друву Махараджа. И я говорил подробно о том, что делал Друва Махарадж. Но когда Друва Махарадж, по милости Верховного Господа, поскольку Верховный Господь пообещал ему, Верховный Господь, Он благословил Друву, что ты и вот повелевая всем миром, и в конце ты вернешься ко мне, поскольку ты боишься, как ты можешь управлять всем этим материальным миром, это невозможно для меня, это акула, это зависимость. А Верховный Господь говорит: нет, это не акула для тебя, я благословляю тебя. Ты можешь управлять этим миром, и в конце ты вернешься ко мне. Я обещаю тебе, я дарую тебе наивысшее место во всей Вселенной. Это Друва Лока, Друватара. Есть особая звезда, и она называется Друвой. И ты обретешь то место на Друвалоке. Друвалока — это наивысшее место, где, когда во время разрушения, эта Друвалока, она не разрушается, она существует. Даже во время уничтожения она подобна Вайкунтхе, практически Вайкунтхе. И вот после этого, в последний момент, Друва Махарадж, он хотел сделать своего старшего сына царем, Уткалу. Но Уткал был не заинтересован в царстве. Нет, я не могу. Он думал о Браме. Он был не заинтересован ни в чем материальном. И в то же самое время он был очень умен. Он вел себя как сумасшедший, как Джадабарат. Я сумасшедший. И люди думали, как он сумасшедший, какой царь из него, смотри. Вот следующий твой сын, Ватса, лучше давай, он будет царь. Все министры решили так, вместе с Друвой Махараджем. И Друва Махарадж, он хотел войти в свою вечную обитель Друва Локу, и однажды колесница с небес снизошла вместе со спутниками Вишну, и его попросили спуститься и сесть в эту колесницу. Виман, и Верховный Господь послал нас за тобой. И вот и когда он наступил на одной ногой на колесницу, а на второй ногой еще был на земле, и вдруг какой-то черный человек, подобный Ракшасу, демону, он пришел к Друве Махараджу и спросил: куда же ты идешь? И он спросил: кто ты? Мое имя Смерть, Мритью. Мритью, хорошо. И Друва Махарадж, он наступил ему на голову и так вошел в зашел в этот виман, в колесницу. А что это значит? Что нет решения смерти в этом материальном мире. И Вы должны действовать соответствующе. Если всегда помните, что я умру в любой момент, в любую секунду, то тогда не будет склонности к наслаждению вас. Это очень важно. Все время, каждую часть секунды вы должны помнить, в любой момент я могу умереть. Я не могу враждовать с вами, хотя вы меня, может быть, плохо относитесь ко мне, но все же, я думаю, у меня нет времени враждовать с вами, поскольку я знаю, что прямо или косвенно все делается Верховным Господом, чтобы проверить меня. И тогда Кришна Бхагаван, Верховный Господь, может принять меня. Без проверки Господь не может взять нас к себе. Может, мы происходим из какой-то высокой семьи, или очень богатые, или очень красивые. Может быть, вы очень могущественные, сильные, но Господь не заинтересован в этом. Нет ничего вечного, все временно. Ваши деньги, ваше тело, ваше образование, ваша красота, она все это материально. Сегодня оно есть, завтра нет. И поэтому будьте внимательны. Но Dhruva Махарадж, его случай полностью уникален. Он настолько умен, что он может игнорировать саму смерть. Он просто наступил ей на голову и зашел в колесницу, чтобы доказать всему обществу, что если вы будете совершать Кришна-баджан, то никто не может причинить никакого вреда вам. Нет, ни у кого нет такой силы, но у вас должна быть такая решимость, такая вера в вас. И после этого Dhruva Махарадж посмотрел вокруг и спросил, где же моя мать? Эти спутники, эти Вишнудуты, имеется в виду, как мать на первом Вимане улетела уже. И Сунити, и Dhruva, они стали успешными по милости Верховного Господа. Их баджан достиг успеха. И они привели нам великолепнейший пример. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, изначально Верховная Личность Бога, его Нилачал Кшетра Лили, он всегда просил Гададхара Пандита: «О Гададхара, я хочу слушать Dhruva Чариту, жизнеописание Dhruva Махараджа». Он говорил: «Я уже читал 2 месяца назад, нет, давай еще раз». И Шри Чайтанья Махапрабху говорил таким образом: «Я хочу слушать Dhruva Махараджа». Вы можете читать о Прахлад Чаритре, и читая о Прахлад Чаритре, я хочу слушать. Глупые люди не могут понять значение этого, почему Махапрабху говорит так, почему сам изначально Верховный Господь, он действие Махапрабху — это иллюстрация для нас, это пример, это яркий пример, так, как мы должны жить. Будьте осторожны, если вы хотите стать настоящим вайшнавам, вы должны следовать Шри Чайтанье Махапрабху полностью, без отклонений. Не пытайтесь отклоняться от пути, указанного им. И вот Шри Чайтанья Махапрабху, он хотел доказать, что вы должны следовать в Бхагаватам, Прахлад Чарите, Dhruva Чарите и всему остальному. Это очень важно. И шаг за шагом вы должны продвигаться. Сначала до 9-й песни описывается. И вот там описывается постепенное развитие аватара, даже описывается. Это в конце 9-й части. И после этого Шри Чайтанья Махапрабху хотел доказать, что и показать, что это все важно для нас. Мы должны If you like to jump up to 10th canto, you can fall down and break your leg and head, everything. Лучше двигаться медленно, но верно. Если мы будем пытаться прыгнуть куда-то выше, можем упасть и помереть. Махапрабху никогда не давал такого наставления, что мы должны перепрыгивать через какие-то части баджана. И вот Dhruva Махарадж. Это очень такой важный пример для нас. И первый сын Dhruva Махараджа, его звали Уткал, он был не заинтересован в этом материальном мире. Он вел себя как сумасшедший, и поэтому второй сын Ватса, министры и Dhruva Махарадж, они решили сделать царем его, чтобы он поддерживал царство. И они сделали это. Angam Maharaj, he was very pious man, but he got one son in his life who was very dangerous, notorious. No. So he was feeling very, very sorry. He was feeling. Был сын, он очень был. Literally speaking, but he is not. He is not at all. Finally, Angam Maharaj took decision to go to forest. Вот у Ангелы Махараджа был непослушный сын, ему в общем надоело, он отправился в лес совершать баджан, и после этого этого сына министры захотели сделать царем, но ничего хорошего от этого не вышло. И те риши-муни, они решили подойти к нему и попросить измениться, чтобы вся система, все общество как бы могло, все царство могло жить более-менее нормально, но он сказал, что вы делаете, вы кому поклоняетесь, я Верховный Господь, вы должны мне поклоняться, в шастрах написано. И те риши-муни, они очень разгневались. И тогда его приговорили к смерти. Потом Арчи и потом из его тела Притху Махарадж родился. И вот мы так подходим к тому, что Притху Махарадж, он повелевал этой землей. Но так или иначе, он был... Он решил наказать землю, он сам Вишну. Притху Махарадж, он необычный человек, он аватара. А Притхи Деви очень боялась, я женщина, ты не должен наказывать меня. Он спросил, почему же ты так мало предоставляешь зерна и прочих растений, что мои подданные голодают. Но она говорит, что ты из-за того, что те, кто не следует дхарме, они наслаждаются мною, моим телом, но и поэтому я чувствую себя плохо. Если ты можешь изменить ситуацию вокруг, я буду все давать в нужном количестве, ты не гневайся. И вот они на этом договорились, и эта земля сказала, что форме, я приму форму коровы, а ты можешь доить меня и получить все от этого согласно своим твоим потребностям. Ну, в общем, она давала это корова, в смысле Притхивидеви, в форме коровы, она давала каждый вид еды соответственно потребностям этих живых существ. Для Риши Муни, например, это были веды, для зверей это их плоть и прочее. И после этого Притху Махарадж, он хотел совершить 100 жертвоприношений коня, и вот он начал, а кто же его остановит, он всемогущ. И вот до 99 яги он успешно завершил, а после этого Индра обеспокоился, что он может занять мое положение, и поэтому он начал мешать ему. И как только ягья начиналась, Индра он пытался обеспокоить, он очень мешал всему. А те риши, которые совершали ягью, в общем, у каждого риши были соответствующие обязанности. Кто-то гимны читал, кто-то непосредственно жертвоприношение проводил, кто-то смотрел на недостатки, которые могут возникнуть. И вот перед Хумахараш спросил, кто мешает. И риши сказали, что Индра, царь небес, мешает. Почему же вы его не арестуете, не приведете сюда? И они совершали ягью, они призвали Индру мантрой, и Индра был вынужден, он просто упал в этот огонь. И Брахма спрашивает, что вы делаете, как он мешает нам? Нет, вы его не можете убить, он тут работает. Ты можешь царь, но Индру Индру ты не можешь убить. О, Притху, не делай этого. И после этого, по просьбе Брахмы, он простил его. И после этого Атри Муни был там перед... А Атри Муни сказал, что Индра украл царя этого коня, который предназначен для жертвоприношения, и он сказал: поймайте его. И сыновья Притху Махараджа. Виджитасия. Он настолько могущественный, и они пошли, чтобы наказать его. Индра испугался, сбросил коня и улетел. И другое время вот это... А другой сын, которого звали так, что смог вернуть этого коня на санскрите, я не расслышал. Вот, и он был успешен в этой миссии. А следующее, Пашанды. Пашанда значит, согласно Вишванатху Чакраварти, у кого есть какая-то вера, потом они совершили оскорбление, потеряли веру и стали демоном, их Пашанди называют. Или пока нет. И вот они гнались за Индрой. Индра принял форму Пашанды, чтобы его не узнали, что он Индра. И вот таким образом Индра постоянно их беспокоил, но все же Притху Махарадж, он был он был полон решимости, он аватара Верховного Господа. Кто может остановить его? То положение, на котором он находился, оно более высоко было, чем Индра. И после этого, смотрите, когда Брахма пришел и просил Притху Махараджу: «О Махарадж, хотя ты повелеваешь всем миром, ты царь, но все же это плохо, если ты убьешь Индру, и что же делать? Лучше ты сделай на одну ягу меньше, 99 яги тоже хорошо, поскольку какое благо ты можешь обрести от этой яги, ты уже обрел Кришна Бхакти, а у Индры нет этого, а ты полон преданности, и поэтому 99 яги для тебя достаточно, оставь. Пытайся понять, что Индра просто завидна. И Индра потом пришел просить прощения, подружился с ним, и после Индра открыл ему сокровенное знание, что Антардьян Видьон рассказал о ней, то есть эта способность становится невидимым, его имя Антардьян. Впоследствии Притху Махарадж он согласился на 99 яги, поскольку Притху Махараджи не было особого дела до славы и почета, поэтому что 100 яги, что 99, ему было все равно. И вот на этой последней яге Вишну, когда закончили жертвоприношение, Вишну Махарадж явился там, и Притху Махарадж он не смог говорить. Из-за переполняющих его экстатических чувств, его голос, он не мог говорить, и он плакал от счастья, и Верховный Господь подошел к нему и благословил. И после этого Вишну Бхагаван, он начал давать наставления Притху Махараджа. «О, царь! Поскольку Ягья-Пуруш, кто такой Ягья-Пуруш? Вишну — это Ягья-Пуруш. Он самоудовлетворен. И аргумент в том, что если Ягья-Пуруш сам доволен вами, какое же благо вы еще хотите обрести? Если Верховный Господь доволен мною, никто не может обеспокоить меня». Та шлока, с которой мы начали, хочу объяснить ее. Если мы будем поливать дерево, то все дерево, оно получит питание. Оно все будет... все будет упитано. В смысле, забыл русский язык. Насытится водой все дерево. Магавата is the name of Bhagavan, is name of Indra. Indra is so kind of Магаван — это одно из имен Индры. У него много имен, и здесь он... И здесь сам Вишну вместе с Индрой они явились. И тогда Бхагаван говорит: когда Ягья-Пуруш, сам Ягья-Пуруш доволен, что еще нужно? Весь наш баджан, все наши действия, они делаются для удовлетворения гуру, вайшнавов и Бхагавана. Всегда помните об этом. Мы хотим, чтобы Верховный Господь был доволен, Нитьянанда, Гора Хари и вся наша Гурвага, Радхарани, Кришна. Это наша наивысшая цель. If you can fix up your goal, then you are not going to feel disturbance in your life. Определите цель вашей жизни, тогда вы уже не будете беспокоиться о другом. И Бхагаван говорит: Индра, который мешал тебе закончить 100 яги, он пришел сюда, чтобы извиниться передо мной, перед тобой. Ты должен простить его, о Притху. Ты должен простить Индру. Он пришел просить прощения, отец Саду. Какая красота Саду! Они все, у них есть качество все прощения. Саду может вас простить, даже если вы 100 раз совершите ту же самую ошибку, поскольку он не знает, что это обусловленная душа, она все равно будет совершать какие-то ошибки. Шрила Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж. Он однажды поймал одного вора, он пришел что-то воровать, но так или иначе кто-то поймал его, что они хотели избить его хотя бы. Махарадж узнал об этом, попросил его привести, и вот его привели к Гурудеву, он начал плакать, этот вор. Почему ты воруешь? Что случилось? Денег нету. Если я тебе денег дам и работу организую, ты воровать перестанешь, но перестану. Пури Махарадж сказал: ну живи тогда в Матхе и стань Саду. Я не буду имя называть, но в общем у него все хорошо в дальнейшем было. И таким образом Саду, их качества они превосходны. Мы, может быть, очень падшая душа, но Саду может спасти нас. И вот таким образом, смотрите, Бхагаван, Верховный Господь, говорит Дуре Махараджа: он пришел просить прощения у вас и у тебя, и прости его. Срамо эва парам ято диргая вридда севая. A super personality like you, hey Prithvi Maharaj, you are super personality. И такая великая личность, как ты. Great devotee. You are serving all Sadhguru Vaishnava, also doing yajna, having some love for me. If you are hypnotized by Maya, then what to speak more? If you are hypnotized by Maya, если ты очарован Майей, то что? Если я доволен тобой, зачем тебе совершать 100 яги? 99 вполне хватит. Дева Майя значит Майя. Если Майя. Майя влияет на тебя, поэтому ты хочешь закончить эти 100 яги, а я говорю, что нету смысла, поскольку я доволен тобой. И все деньги и прочее. Смысл в том, что нет смысла тратить усилия на сотое жертвоприношение. Лучше подружись с Индрой. И вот Индра, благодаря Индре, получил эту антардьян-видью. Он мог исчезать, становиться невидимым. Это такое особое благо, если с кем-то сражаться. Например, Индраджит, сын Равана, у него тоже была такая способность, он сражается здесь и дух пропал, его нет, уже никто его не видит, он исчез. Индраджит его называли. И вот Притху Махарадж, Майтрея Махарадж и Майтрея Муни по наставлению Верховного Господа, by the advice of Supreme Lord, instruction, this Prithu Maharaj is feeling so, it's heart-touching, a feeling very heavy heart. And after that, you know, with a nice feeling and shedding tears. So Maitriji Vacha, Prasthanamimo Upienam Anugraho Vilambitaha Пашяно паддапала сакшо на пратасте сухит сатам. Прастхана вимукам мин when Supreme Lord И вот когда Верховный Господь спрашивает, когда Верховный Господь оставит этот мир. Но Верховный Господь настолько был привязан к Притху Махараджа, что он оставит меня, я не могу чувствовать эту боль разлуки. Бхагаван хотел войти в свою вечную обитель, но все же его милость была настолько велика к Притху Махараджу, что Верховный Господь, он хотел уйти, но не мог уйти. И вот он все задерживался, и Верховный Господь, он тоже так задерживался на какое-то неопределенное время. И вот он смотрел на Притху Махараджа, Притху Махарадж тоже смотрел на Верховного Господа, они смотрели друг на друга с большой симпатией. Aso Adirajo, Aso Adirajo, Ruchitanjalir Harim Vilakitum, Nasakanad Astrulochanaha, Na Kinchan Uvacho, Sa Baspo Biklabo, Ar Hridopo Gujam, Gujam, Hilapo Gujam, or Bochen, Upo Dhavad Avastita, some printing mistake here. И вот Адирадж, имеется в виду Притху Махарадж, со сложенными ладонями, он смотрел на Верховного Господа и плакал, он не мог видеть из-за слез, и его голос, он остановился, подобно тому, он хотел обнять Верховного Господа и не хотел оставлять его вообще. И после этого Притху Махарадж начал возносить молитву Верховному Господу. «О Господь, Ты хотел благословить меня. Ты хотел благословить меня. И проси, что Ты хочешь. Я хочу исполнить желание Твоего сердца». जे नरकानाम ओपिसन्ति देहीनाम तादृशो कैवल्यपते वृणेन च वरान विभो तद्वरदेशा तद्वरदेश्वराद बुधः कथम प्रणते गुणो गुण विक्रियात्मनम जे नराकानाम ओपिसन्ति देहीनाम Tadrisho koivalla pate vrinena cha. I don't want to get that kind of advantage from you. Я не хочу получать от тебя такие благословения, которые можно получить даже в аду. В аду можно найти много обусловленных душ, они наслаждаются всякими такими адскими наслаждениями. Даже в аду так много наслаждений. О Господь, я не хочу такого наслаждения от Тебя. In hell also different kind of material enjoyment available. So I don't ever expect that kind of. И поэтому я не хочу ничего такого. Twentieth chapter. No kamayena tadapi aham kachit najatra yusmad charanambujasavaha mahattamantar hridayad mukhachuto vidatsa karno karna yuto misho mevaraha no kamayena tadapi aham kachit najatro yusmad charanambujasavaha Mahattamantar hridayad mukhachuta vidatso karna yutamishami varaha. I am going to get blessing from you, Prabhu, so that I can get billions of years. Я хочу получить такое благословение, чтобы у меня был миллион ушей, чтобы слушать нектарную харикатху о тех великих саду, те великие саду Парамахамса. Я хочу слушать эту нектарную харикатху, но этих двух ушей, их мало, они подобны, уши, они подобны стаканам. И в Венугите, может, доказательства приводятся. Там коровы у них, если их уши не встанут как прямо, то они будут похожи на стакан и могут пить нектарную харикатху с помощью таких ушей стаканов. И вот Притху Махарадж говорит: я не хочу никаких благословений, что я буду с ними делать? Какие-то материальные блага мне не нужны, а лучше, если ты хочешь благословить меня, я хочу получить миллионы ушей, чтобы харикатха, которая исходит из лотосных уст тех чистых преданных Парамахамс, и это мне двух ушей недостаточно, я хочу больше. Najatro yusmat charanam bhujasavaha mahattaman hridayat mukachchuto vidatsa karna yutameshumevara. I want that kind of a Guru grant. И можешь ли ты даровать мне такое? Sauttama sloko mahat mukachchuto bhavad padam bhojo sudha kananilaha Sritim punarvismitat tattvatmanam pujoginam no vitarati alambare. Alambare in Sanskrit word. Алам-барай на санскрите значит, что я могу делать с этим благословением, нет, что я могу с ним делать, в то время как твоя харикатха. What do you mean by Uttama Sloka? И вот Уттама Шлока, я в 10-й песне описывается, и каково же значение этого слова Уттам Шлока. Уттам Шлока значит, те саду, те прамахамсы, они говорят твою харикатху этими шлоками, а ты уттама. Значение такого. Udgato tamu yasmat iti uttamaha. Udgato jatmane, there is no rajatama gun, no sattik gun at all, only pure sattik. Udgato tamu yasmat iti uttamaha. And uttama shloka bin, those mani rishis. И вот уттама шлока значит, муни, риши и саду, они говорят о твоей славе через эти шлоки. Они все говорят о тебе, о уттама. И те, кто саду, гуру и вайшнавы, они говорят о твоей славе таким возвышенным образом. И вот. Sa-uttama shloka mahat-mukha-chuto bhavad-padham-bujo-sudha-kana-niraha Sritim-punor-vismrita-tatma-vatmahanam Ku-yoginaham-no-vitanati-alam-bari. What I can do with your benediction, Prabhu? И что я могу делать с твоими благословениями, о Господь? Хотя в то время как люди, которые не совершают баджан должным образом, а делают наоборот, ку-йоги они называются, то есть они не совершают баджан должным образом под руководством чистых преданных, они ку-йоги. Ку значит плохо, а йога значит прийти в соприкосновение с Верховным Господом. И ку-йоги, поэтому их зовут те, кто не следует чистым гуру вайшнавам должным образом. Даже для них это очень хорошо, если они слушают харикатху, нектарную харикатху от лотосных уст чистых преданных, у которых есть такая сила, вайшнавы, почему они могущественны? Поскольку они делают то, что они говорят. Поэтому они обретают могущество, они делают то, что они говорят. Ачаран. И поэтому они могущественны. И вот если какие-то ку-йоги, он, по крайней мере, оскорблений никаких не делает, это хорошо, может, баджан, но он не понимает, это более-менее пойдет. И те, у кого есть шанс слушать харикатху с лотосных уст Верховного Господа, Гуру и Вайшнавов, Парамахамс, они могут также изменить свою жизнь, как Шукадев Госвами совершает баджан браме. Паринишчито мане, you are having so attraction to Brahma. Harer gunakipto matihi. Harer gunakipto, Harer means Hari. Хари значит хари, и так или иначе вы из харикатхи вы и вот из-за как Шукадев Госвами, он медитировал на безличного Брахму, а когда он услышал харикатху, он оставил все из-за такого сильного влечения к Шри Кришне. Sritim punor vismrito tatmo vatmanam kuyoginam no vitaroti alambarai. И что я могу делать с твоими благословениями, в то время как из твоих, слушая харикатху, я могу получить Больше блага, и Притху Махарадж отдает наставление всем этим подданным, которые живут в его царстве. И Притху Махарадж наставляет их, и суть всех их его наставлений в том, что вы должны совершать баджан, должным образом следовать наставлением Господа, Гуру Вайшнавов, вести свою жизнь таким набожным образом. У вас нет права жить без Харибаджана и прочие советы он давал своим подданным. Поскольку Харибаджан, он настолько могуществен, что вы можете сжечь все ваши грехи, все это может сгореть. И мы совершаем грехи всю жизнь. Что такое оскорбление и грех? Какая разница? Можете ли вы объяснить? Вы знаете? Грех, он связан с вашим материальным умом и телом, и тонким телом. Но апарадха, она очень опасна. Апарадха очень опасна. Апарадха значит, вы совершаете какую-то ошибку, оскорбление лотосным стопам Гуру, Вайшнава, Дамы, Нама. То есть все связано с Гуру, то есть есть какие-то оскорбления в адрес Гуру, Вайшнавов, Намы, Дамы, Верховного Господа, и все, что связано с ними, это оскорбление. И вот Притху Махарадж дает такое наставление, чтобы они вели свою жизнь лучшим образом. И тот Верховный Господь, и вот согласно Варнашама Дхарме говорится, есть 4 варны. Кто они? Шудры, брахманы, кшатри, вайши, шудры. Но из среди 4 варн брахман — это гуру. Но при одном но, что если они будут совершать баджан. Брахмани бичарате ити брахман. Брахман. Брахман, значит, кто такой Брахман? Почему Брахман? Поскольку он в связи с Верховным Господом, он Брахман, иначе нет. Мы можем найти эту шлоку в 7-й песне. Vipram disaro guru jutak Aravinda nava pada Aravinda bhimika sapajam virustam. So here, Prithhu Maharaj paying Dandavat, their Supreme Lord coming inside. Prithhu Maharaj, он Brahman, so they are acting as Brahman. When they are giving power inside Kshatriya, they also acting as Kshatriya. This way, Supreme Lord is Lord. И то есть кшатрии, они из-за силы Вишну могут быть кшатриями. Почему царь могуществен? Царь, он Вишну Амша. Вишну дает силу тедж кшатриям, и поэтому у них есть возможность повелевать. Yo Brahma Khatram Avishyo Bihorti Idam Sati Yasa. Brahman ruling by instruction, Брахманы, они управляют своими наставлениями, шастрами, цитатами из шастра. А кшатри, они защищают брахманов и все общество. Они должны быть набожны, они должны защищать брахманов. Они должны защищать их. И Притху Махарадж, он и вот он смотрит Санат Кумара, Сананда. Они явились подобно Богу Солнца, очень могущественные. Притху Махарадж, он был там и смотрит, что случилось, некая сила, сияние, подобно Богу Солнца, и после этого это не свет, это Чатушвана. И вот Притху Махарадж был очень доволен. И вот Притху Махарадж из-за своей любви он произнес: и что же я сделал в прошлой жизни, что я могу увидеть Чатушванов? Это очень редкий даршан. Даже великие личности, которые совершают баджан, они не могут увидеть их. Я насколько удачлив, что же я сделал в своей жизни. И те великие йоги, даже они не могут получить твой даршан, и сейчас ты явился мне. И вот Притху Махарадж со сложенными ладонями. Чаранти саддхья дхира бала ива бриханти вай. И вот Двиджа Шрештха, поскольку те самосознавшие себя души, если вы подойдете к ним, вы не должны говорить, не спрашивать, как вы там поживаете. Если вы поднимаете значение Гуру Таттвы, вы не должны так вести себя. То есть обычные люди, которые ведут себя как согласно каким-то материальным представлениям, спрашивают, как поживаете, как дела. То есть это глупо спрашивать вот такие слова у Гурудева перед Гуру Вайшнавами. Вы должны быть очень внимательнее, лучше молчите. Если вы всякую ересь будете говорить, это плохо, лучше промолчите. Если не знаете, как себя вести, лучше промолчать. Гурудев, он всегда счастлив, всегда с ним все хорошо. И вот, смотрите, то, что я... И вот те, кто мумукши, они совершают различные враты, обеты. И вот они очень могущественны. И что за вопросы могу спросить? То есть такой вопрос, как поживаете, как дела, эти вопросы неприменимы тут. различные саду, те, кто совершают аскезы, они, им всегда хорошо, смысл спрашивать о том, как дела, как себя чувствуют, это глупо. А те обусловленные души, они иногда поднимаются, иногда падают. И вот смотрите, те обусловленные души, они согласно своим действиям, они иногда возвышаются, иногда падают. И тогда вопрос какого-то блага приходит, но для саду, который всегда находится в такой трансцендентности, для них этот вопрос не применим. И Притху Махарадж поскольку ты атмарам, определение атмарам таково, вы должны помнить. Атмарам — это те, кто самоудовлетворены, они полны блаженства внутри себя, они зовутся атмарамами. Поэтому вопрос не применим к ним, как вы поживаете и прочее. Кушал, благостное или плохое, нет, такие вопросы не должны приходить в вашу жизнь, не надо спрашивать таких глупостей. Я очень удачлив, я знаю, что ты явился ко мне, и я обрету наивысшее благо. И вот смотрите, Санат Кумар, он начал говорить о царе, ты очень разумен. О царь, ты спрашиваешь такой вопрос, это международный вопрос. Твой весь мир может обрести блага. Ты помнишь, что в первой части я говорил перед Shukadev Goswami, Gurudev speaking this way. Gurudev speaking in front of Sishya. Varyani Sate Prashna Krito Loko Hitanu. Shukadev Goswami glorified. И вот Шукадев Госвами прославляет своего ученика, что он великолепен, он превосходен. И он говорит такие слова. Varyani Sate Prashna Krito Loko Hitanu. Atmavida sanmatu pungsam satvabhyadisu yaparaha. Parikshit Maharaj in front of Parikshit Sukhdev Goswami Singh. Varyane sate prasna kito loko hito nipaha. Atmavid sanmataha pungsam satvabhyadisu yaparaha. О царь, ты спрашиваешь такой превосходный вопрос, что весь мир, он обретет блага. Вариант значит наивысший вопрос, наилучший, уважаемый, почитаемый, такой, как сказать, самый лучший твой вопрос, он самый превосходный, самый уникальный, несравненный. И такой вопрос, из которого весь мир сможет получить благо, и в то же самое время твой вопрос, он одобрен всеми самосознавшими себя душами во всей Вселенной. Атмавид, те самосознавшие себя души, они одобрили твой вопрос, он совершенен. И вот те саду, они ожидают, что будет такое вопрошение, почему люди, живя в храмах, они не беспокоятся, что не совершают баджан должным образом, почему они позволяют всяким недостойным вещам случаться. Шрила Бхактивинод Тхакур и Прабхупад, они сожалеют, разве для этой причины, разве для этого мы основали Гаудия-матху? Гаудия-матху не отличен от Вриндавана, от Йога-питха. Это наивысшее место, которое зовется Гаудия-матхом. Гаудия-матх пришел, чтобы спасти нас, а мы глупые, не можем осознать всего величия и значения Гаудия-матха. Those who are excellent sadhu, they can have that kind of fine intelligence there. Саду, у них есть тонкий разум, и вот в этой шлоке говорится. И вот Прахлад Махарадж говорит, что ваш ум, он очень, то есть ваш ум, когда он сможет достичь лотосных стоп Гуру, Вайшнавов и Бхагавана, это и есть настоящий разум. Бхагаван в 11 песне говорит, Удаве говорит, кто по-настоящему разумен. О, Удав, кто разумен, ты знаешь? Удав спрашивает, кто по-настоящему разумен. И кто по-настоящему разумен? И те, кто живут материальной жизнью, люди. Люди не смертны, они умрут. В любой момент они могут умереть, и перед тем, если они родились и думают снова и снова. Что мы должны совершать Кришна Баджан. Это ответ данный Шри Кришне. Кто разумен? Бхагаван Шри Кришна говорит. И тот разумен, кто обретет этот нектар. И тот по-настоящему разумен, кто пытается снова и снова. Он по-настоящему разумен. То есть все разумны, кто стремится к Кришна Баджану, а обычные люди, они в своем собственном измерении, они разумны. Весь мир может говорить так. Но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что люди, они разумны, каждый разумен в своем собственном измерении. То есть, а я тоже согласно моему измерению тоже разумен, но Кришна не может этого позволить. Когда Кришна может это. И если вы сможете обрести это нектар, мы очень скоро оставим этот материальный мир. Но весь мир может помнить нас, если мы будем совершать баджан должным образом. И на санскрите есть такие слова. И человек смертен, но тот, кто совершает Кришна баджан, он тот, кто в этом мире совершает такой баджан, как сказать, замечательный, то есть если он совершает такие монументальные вещи, которые, после которых вас никто не забудет, как Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада, Шрила Кешава Госвами, Шрила Сиддхарта Махараджа, хотя они ушли из этого мира, но они остались в памяти. Тот, кто делает какие-то значимые достижения, значимые духовные достижения, они остаются в памяти навсегда. Sanakadil is giving a very nice advice, you see. Sangamaho kalu sadhunam uvaishan sanamataha yat samhasana samprashno sarvesham vitanotisam. As sangamaha kalu sadhunam uvaishan sanmataha. И вот если мы обретаем саду-сангу, что до саду-санга настолько могущественно, никто не может сказать, что саду-санга, она бесполезна, саду-санга, она полезна всегда. Так или иначе, если мы не лицемерны, если мы не совершаем никаких оскорблений, то саду-санга, она не может пройти зря. Саду-санга, Таттвавид говорит, подобно тому, что вы можете принять яд и страдать. Так, если вы примете нектар, не зная, что это нектар, то и последствия будут от принятия нектара. Так, если вы получаете саду-сангу, несомненно, вы обретете какой-то результат. Камам касайо маламантаратманаха. Hey Rajan, Madhusudan Hari Padar Bindu, if I glorify his lotus feet, если мы будем прославлять лотосные стопы Господа Хари, то мы можем обрести очень редкодостижимое влечение к Господу Хари. И, о царь, и твое сердце полно бхакти. Осту, значит, я, Чатушван говорит, о царь, ваше сердце полно бхакти. Ратир дурапа бидуноти наштики камам кашайо маламантаратманаха. О царь, я вижу, что твое сердце полно бхакти. Ты совершаешь бхакти лотосным стопам Аравиндакши. Ты всегда говоришь о Верховном Господе, и поэтому, естественно, твое сердце, оно чисто. У тебя есть любовь к этому Верховному Господу. Если кто-то разовьет такую любовь, влечение к Господу, то нет никакого вопроса возникновения чего-либо плохого в нем. Это естественно. И вот one by one they are speaking so nice, you know, sloka. Nataho parataro loke pungso sartho vyatikramaha jadadhyanasso priyastamatmanaho sa vyatikramad. So, почему люди любят друг друга? Можете ли вы сказать, почему ваша мать любит вас? Почему сын любит мать, муж жену и прочее? Почему не любят друг друга? Хотя это может несовершенно, но так или иначе, поскольку Атма, Верховный Господь. Поскольку Параматма пребывает там, поскольку если не было бы Параматмы в вашем сердце, кто мог бы вас любить? Мать, она любит своего сына, но если сын умрет, нету никакого, кто будет любить этого сына? То есть сейчас мать любит, но когда ушло, душа ушла из тела, то мать, что ей остается делать? Она хоронит этого ребенка. И вот... И вот Атма, она только благодаря присутствию Атмы это происходит. I forget the sloka. One is a very nice sloka. I can remember. Very nice. So, Atma is there. That's why each and we are loving each other. If Atma is not there, who is going to love? Ну, поскольку душа пребывает в сердце, поэтому можем любить человека. Если душа уйдет из него, то его тело станет мертвым, и как его любить? Bhajan arthandiyartha vidyanam sarvartha po hannavo ninam bhramshito jnana vidyanam jinavishati mokshatam. Actually, dhan, you know, all property, they are riches. Gold, jewel, everything, all ornaments there. Huge amount of money. Huh? But if you think this wealth, riches can give you satisfaction, богатство, какие-то материальные вещи, если вы будете думать, что они приносят вам удовлетворение, то я могу доказать, что это не так. Вы говорите ложь. Если вы думаете таким образом, что все... что какие-то богатства могут вам дать удовлетворение, дать радость, это не так. Я пример могу привести. Во Франции давно достаточно было это дело, и этот царь хотел золота больше и больше. И вот он начал совершать баджан к Гандхарвам, и Гандхарвы явились к нему и спрашивают, ангел, точнее, что нужно тебе? Я хочу золото. Благослови меня, к чему бы я не прикоснулся, это стало бы золотом. Хорошо, они благословили, и после этого они, вот, повар что-то готовил для него, и он только прикасался к еде, к хлебу какому-то, к воде, все становилось золотом, и он, ему же это надоело. Даже поспать нельзя. Он прикоснулся к своей кровати, к постели, она стала золотой, уже спать неудобно. Ему это надоело, и что же, и опять он начал молиться ангелу, и ангел спросил, что тебе надо, но он сказал, что мне надоело, забери все назад, благословение. И вот есть такая еще история в арабских странах. There are 40 dacoits in full troops. They are, going here and there and stealing everything, breaking everything. One day, one poor man took decision to go secretly go there. И вот, в общем, история про Алибабу и 40 разбойников. All the jewels and gold, coin, they store there. Somehow, if I can get entry there. И вот один разбойник, в общем, решил забраться в пещеру с золотом и разбогатеть таким образом. И вот он решил, этот один разбойник остался в лесу, он знал, что они ворота открывают с помощью какой-то мантры. И вот он решил послушать мантру и сидел и слушал. After doing everything, taking rest, everything, sleeping, after taking food, they are going out. After that, в общем, они там сделали свои дела, произнесли мантру, ворота открылись. Они произнесли мантру, сделали свои дела там и вернулись. И потом этот товарищ, когда все разбойники ушли, он тоже произнес эту мантру, ворота открылись, он зашел, начал благодарить Аллаха за то, что так много драгоценностей, так много золота, так много всего у него. Он начал думать о себе как о самом богатом человеке. И вот мешок золота, драгоценностей, бриллиантов он набрал и начал пытаться открыть дверь, но забыл мантру. В общем, он от радости забыл мантру, и эти двери пещеры не открывались, и вот он начал плакать, начал молиться Аллаху, чтобы он все забрал, выпустил его, но вот эти разбойники, когда пришли, увидели постороннего, убили его на всякий случай, и вот это такой результат, если вы привязаны к богатствам. И вот те, кто думает о золоте, они осознанно или неосознанно, они надеются о том, что душа, то есть душа, она дает сердце, даже если будете каким-то царем на каком-то безлюдном месте, какой-то пустыне, нету ни единого живого существа, а много всяких материальных богатств, счастья вы не будете чувствовать. И так или иначе, мы любим друг друга из-за того, что душа пребывает там. И вот... Если можете понять Татвагьян, то тогда вы можете избавиться от этого материального рабства, иначе невозможно. И таким образом Санат Кумар дает наставление, и после этого Санат Кумар говорит: Ruddho srutagana stamaranam bhajavasudevam. Yahar Pathpadmer Angulidaler Kantamati. They know there is a Bhagavan, Supreme Lord. И вот Бхагаван, Верховный Господь, Он весь свет, сияние исходит из его лотосных стоп. И вот когда риши муни, те, кто совершают баджан, те, кто думает о лотосных стопах Верховного Господа, то все их материальные оковы, материальные привязанности, они уходят. Если вы думаете, размышляете, медитируете на его лотосные стопы, то они уже не могут находиться в этом материальном мире, они уходят из... Если мы медитируем на лотосные стопы Верховного Господа, то мы можем избавиться от материального от материальных зависимостей, материальных оков. Они легко могут избавиться от материальных оков. И таким образом Чатусван говорит: и Притху Махарадж решил оставить этот материальный мир. И после того, как он услышал от Чатушвана, он отправился в Бадрикашрам совершать баджан. И Арчи Деви тоже была там. И после они оставили тело. И в месяц Паяш, это не Паяс, а Пая, это место, Пая, это где, место, где в крематории то есть их в процессе сжигают, это место Пая называется, и вот они положили его туда, дров положили, и подожгли, и Арчи Деви вошла в этот огонь, и оставила тело вместе с мужем, и она обрела тоже место, куда попал ее муж, она туда же отправилась, и таким образом и Арчи Деви отправил и вот она, в общем, отправилась с ним туда же, куда и он. И Притху, сын Притху Махараджа, Уткал, Prithubutto, his name is Vijitasso. И вот его имя Виджита, как-то Виджитас. когда Индра Махарадж беспокоил Ягья, он отправился, забрал лошадь и... Но еще значение имени такого, что он повелевал всем миром, потом он развил непривязанность, он отдал свои обязанности Хавирдану. И вот Хавирдан, второй сын, Друвапутра, это был сын Друва, а здесь я перепутал, это про Притху Махараджа, первый сын Друва был Уткал, а другого отца. Извините, да. Сейчас Притху Махарадж Виджитасия. И вот он правил долгое время и развил непривязанность, отречение и ушел в лес, совершал харибаджан. After that, it was that they used to live. Here also, Vijitasa after some time is ruling. He developed detachment. Того, как он правил своим царством, развил непривязанность, и второй его сын, первый Виджитаса, был какое-то время правил, а потом второй сын Хавирдан, он стал царем. His son is Prachin Varhi. Prachin Varhi is a big personality in the way. He used to do yagya, countless yagya. Prachin Varhi, он совершал бесконечное число жертвоприношений. Prachin Varhi, the king, now at present. Havirdan, after Vijitasya, Havirdan was made king. After Havirdan, his son, Prachin Varhi, he was interested to do yagya, он совершал бесконечное число яги, не только огненные жертвоприношения, он также этих животных приносил жертву. Prachin Varhi used to rule his, kingdom very nicely. After that, he got 4 sons. His name is Pracheta. He got 4 sons at the time. И потом он обрел 4 сыновей Прачетов. И Прачин Бармги, он говорил: я уже достаточно стар, я хочу отдать вам мои обязанности, поэтому женитесь и увеличивайте население в этом мире. О, Прачета, о, отец, мы сначала, нам нужно совершать аскезы, совершать баджан, йогу, и потом мы станем домохозяевами, но сначала мы хотим обрести силу. И отец сказал: хорошо, идите. И 10 сыновей Прачета. И все 10 сыновей Прачен, вот этого царя, Прачеты, 10 сыновей у него было. И Прачеты, они приняли решение совершать баджан сначала, обрести силу, и потом мы можем следовать твоему указанию. И вот они отправились в сторону Арабсагара, то есть в другую сторону, не в Бенгальский залив, а на запад. И вот И вот на берегу Самудра они совершали баджан. И вот Шива, он вышел из этого и вместе с ним все спутники его и вот Шива My darshan is excellent darshan. Nobody going to lose. You are going to gain something excellent because I come in front of you. I am happy with you. И Шива сказал, поскольку я явился перед вами, вы обретете блага, но вы совершаете аскезы. If you go on, reciting this song, Supreme Lord can come in front of you. You can get the benefit. Nice. Я вам дам молитву, вы произносите ее, и вы обретете милость Господа. И вот он Рудра-гиту дал им. Так много гит. Гита значит, вы думаете, что Бхагавад-гита, гита, это термин используется, почему? Гита, это уже кто-то уже спел. Кем-то спета, и Бхагавад-гита, тоже Гита Кришна ее произнес, Рудра-гита, Вену-гита, Гопи-гита, так много разных гит. Рудра-гита. И вот прачеты, они, и вот Рудра-гиту они произносили, слушали, точнее, Рудра-гиту. И вот 10 тысяч лет они совершали аскезу, тапасию. И описывается, Tadhayanto japantasya pujayantasya samyata. First of all, и в начале всего Гириш, Шанкар Бхагаван, благословил их, и после этого они вошли в океан, и в океане они совершали баджан 10 тысяч лет. Now, Biduji Maharaj, you don't confuse, get confused. Now again we are coming here, Maitreya Muni is speaking to Biduji Maharaj. This sequence already spoken by, Naimishyatra and Naimishyatra, Shuttadev Goswami. И вот Шутадев Госвами говорил Шанакади Риши, и снова потом Парикшит Махарадж, Шукадев Госвами, ну, как Бхагаватам. Кто кому рассказывал? То есть последовательность и Майтрея. Вот, а сейчас Майтрея Видури рассказывает. Shiveneha Saririnam Durlabho Manayo Dadhyura Sangyad Jamabhipsitam. It is expected. It is expected. All Bandar Sivs should expect to meet with Shiva. But the meeting with Shiva is not a matter of joke. Но встретиться с Шивой это не шутки, поскольку Шива, он лучший из вайшнавов, и несомненно, после такой встречи с Шивой вы обретете милость, и я тоже получил милость от Шивы Махараджи, поэтому совершаю баджан. И вот смотрите. И вот Видура говорит, и о чем же они говорили, прачеты, 10 прачетов, и Шанкар Бхагаван, и что там было, почему Шанкар он дал такие наставления прачетам. То есть встретиться с Шивой — это не шутки. Если вы хотите развить непривязанность, влечение к лотосным стопам Кришны, это должно быть дурлапа. И для обусловленных душ это очень редкое. Очень редкое. Он Шанкар Бхагаван от Атмарам. Атмарам Парамахамса. Но все же по милости, по указанию Верховного Господа, он должен заниматься тамагуной. И поэтому он был вынужден руководить этой тамагуной разрушением. Но не думайте, что что-то не так. Я уже говорил об этом. Vaishnavānam yatha sambhu purānānam tīdam bhāgavatam atmarāmopi yastu asya roko kalpasarādhase sakta yukto charati ghora ghoraya bhagavān bhavo. So Bhagavan Bhavo taking control over this, in charge of this tamaguna, so what? Если он занимается тамагуной, то в чем проблема? И Майтрея, Адрита Четаса, они и сердцем своим хотели совершать аскезы, и по указанию Отца они приняли решение: хорошо, мы следуем Тебе, мы не будем, Отец, мы будем следовать Твоим наставлениям, и они пошли на запад. Это в сторону океана, с той стороны, со стороны Арабского моря. So pracetasaha pitur vakyam sirasadayo. They give honor to the father's order. И вот они выразили почтение своему отцу, но вначале они были вдохновлены совершать аскезы своим сердцем. Prajajur tapasya drita chetasaha. After that, going at the bank of sea, Samudram. After that, mere Samudram upo vistirnam apasyan sumahatsaraha. Near that, sea. И вот с этим океаном они нашли некий саровар. Саровар — это такое озеро, такое прекрасное чистое озеро. И после этого они... Шанкар Бхагаван и на самом деле с этого водоема Шива явился он одно из имен Шанкара Бхагавана Нила. Вот эти имена Махарадж перечисляет. Почему его шея она стала синей, поскольку во время пахтания океана он выпил этот яд, а поскольку в сердце его Кришна пребывает, чтобы не беспокоить Кришну, он просто задержал в своем горле яд, и поэтому шея стала синее. И поэтому с тех пор его зовут Нилакантха, то есть синей шеей. Я потом об этом могу говорить. И вот они дальше, что происходит. И вот они стали очень вдохновлены увидеть, что это Шанкара настолько прекрасен. И Шанкар Бхагаван сказал: вы станете успешными благодаря моим благословениям. И я и вы повторяйте эту Рудра-гиту и совершайте баджан, и тогда очень скоро, значит, мы всего 100 лет живем, а в то время 100 тысяч лет не жили, поэтому скоро такое относительное понятие. И вот Рудра говорит: помните, и он начал. Jitam tvatmo vid, dhuryo sastaye sastirastume, bhavatarada swaswardham, sarvasmatmane namaha, namo pankajnabhayo, bhuta sukshmendriyatmane, vasudevayo santayo, kutasthayo sarochise, Sankarsanayo Sukshmayo Durantayantukayacha Sankarsanayo Sukshmayo Durantayantukayacha Namo Vishwa Prabodhayo Pradyunnamnayanturatmani Namo Namo Anuruddhayo Risikeshendriyatmani Namo Paramahamsayo Purnayo Nibhritatmane 36, 24 adhyaya. Sarga pavargo dharayo nityam suchi sadi namaha Namo hiranna virjayo chaturhotrayo tantave Namo ujjo ishe tarya pataye yaggaretase Triptidayo cha jivanam namo sarvarasatmane Sarvo satyatmo dehayo visheshayo staviyase Namostrailakcho palayo saho ojo valahayo cha Artho lingaya navase navo antarvahiratmane Namaha punnayo lokayo omusmai bhurivarchase Prabhittaya nibhritvaya pitridevaya karmane Namo adharma vipakayo mrtave dukshadaya cha Namaste ashishamisho manave karunatmane Namo dharmayo vrihate krishnayo kuntavedase Purushayo puranayo shanko yogeswarayate. This way going on glorifying Supreme Lord in different ways is called. И таким образом он прославляет Верховного Господа различными способами. Это зовется Рудра-гита. И после этого, смотрите, Шанкар Бхагаван говорит. И потом он дал им много прекрасных наставлений. И здесь, что он говорит, очень часто говорится Lavamatta Sarvasanga Sarvasati Sarva. You can glorify Khanardhe Napi Tulayena Sargam Na Punarbhavam Bhagavat Sangi Sangya Samartha Nam Kimuta Sizaha. Satsanga, glorification of Satsanga. И вот прославление Сатсанга, Садусанга настолько редко. Это в 57-й шлоке 24 главы говорится. It's very nice. Satsanga labhati pumbhir bhavir sukriti purvasanchite. Садусанга. Это не шутки, что вы обрели сатсангу. Посмотрите на свою прошлую жизнь. И вы можете обнаружить, что тысячи и тысячи жизней вы искали сатсангу. Это не шутки, в Бхагавате говорится, что сукрити, накопленное за тысячи жизней, вы обрели в этой жизни, и поэтому обрели сатсангу. И Тулсидас что говорит? Вы знаете Тулсидаса? Он Рамайну написал, очень такая, Валмики Рамайна, она не настолько вкусна, не настолько изысканна, хотя он сам Валмики, но в следующей жизни, как Тулсидас, он написал такую Рамайну. И вот Тулсидас говорит, на хинди говорят, если вы хинди не знаете, тяжело понять будет. И поэтому не буду цитировать на хинди. Very nice. А вот Махарадж цитирует все-таки вот эти слова, что без гуру никто не может пересечь этот материальный океан без милости гуру. Very nice Hindi. Very nice term. Binu sat sang tarai na koi Ramu ki pa binu sulab na soi Ramu ki pa binu sulab na soi. You cannot get without the keep up Ram. Без милости Рамы. Рама значит Верховный Господь. То есть без сатсанги, но это сатсанга, она тоже дарована Кришна. То есть без милости, то есть садусангу можно получить по милости Кришны, а Кришну по милости гуру или саду. То есть я слышал, человек может заплатить саду, они придут, но если вы думаете, что таких саду с помощью денег можете как-то организовать, то есть это глупцы, те, кто платит, и те, кто приходит. Ну и такие, соответственно, саду приходят, которые ради денег на все готовы. И какое благо вы можете ожидать? Другое, чем садусанга. Садусанга — это наивысшее. Часть секунды, часть... Этот момент садусанги нельзя сравнить ни с какими пожертвованиями, аскезами и прочим. Нельзя сравнить. Садусанга на могущественней. Садусанга so powerful, you see. Почему? Почему она столь могущественна? Я же сказал вчера, уже никто не помнит. Я говорил вчера. तज्योसनाद असु अपवर्गवत्मनि सद्या भक्ति रति रणुक्रमेशति. So this way you are going to get maximum most benefit, not maximum benefit. Not maximum benefit. Maximum most benefit you can get out of sadhusanga. Even Krishna can come in front of me, but still I can give honor to sadhusanga. И таким образом, благодаря садхусанге мы можем обрести наивысшее благо, но сначала нужно выразить почтение саду, поскольку Кришна не будет рассказывать о своей собственной славе. Даже когда кто-то попросил Махапрабху попросить рассказать о своей собственной славе, то он сказал: я не могу, иди к Рамананде. И поэтому Харикатха, она не отлична от Хари. Сиданта такова, что вот гопи, они плачут, молятся Браме. But anyway, Krishna gone to Mathura. It's okay. But still we cannot leave these topics. Может быть, но мы не можем перестать говорить о славе Кришны. Гопи, они всегда слушают и повторяют о славе Кришны. Хотя Кришна ушел, но мы можем говорить о Кришне, и это не отлично от Хари. И поэтому в шестой песне мы можем видеть, что Вритрасур тоже говорит. Он говорит о славе Санкаршана, Анантадевы, что я хочу дружить с твоими преданными жизнь за жизнью. И таким образом много описывается его молитв, и он продолжает. Pachinbarhi, his 10 sons Procheta, they have gone to do austerity and penance. 10,000 years not a matter of joke for you and me. И вот когда Прочеты совершали аскезы, они 10 000 лет совершали аскезы, это для нас кажется долго. Они жили как минимум 100 000 лет, и поэтому внутри, под водой они совершали паджан. По милости Шанкар Бхагавана. 10 000 лет. И после этого, тем временем, их отец, он обеспокоен был, что обещали вернуться, жить семейной жизнью, но не пришли еще, что делать. Но все же. Это привычка его совершать эти жертвоприношения. Он животных жертву приносил в каждой яге. И Нарада однажды пришел к нему: о Прачин Барги, о Риши, иди сюда. Есть вопрос к тебе. Какой вопрос? Ты совершаешь так много яги, да? Но результат, какой смысл этих яги? Ты думал об этом? Не, не думал. Я хочу... Ты глупец. Смотри, животные, которых ты убиваешь, они эти дживы. Эти животные, они все ждут, чтобы убить тебя также, поэтому, царь, будь внимателен. Правда, да. Смотри, они с острыми ножами и топорами ждут, чтобы отрубить тебе голову. Как только ты умрешь, ты будешь вынужден родиться 1000 раз, и они в каждой жизни будут убивать тебя. Что правда, настолько, да, и нет решения твоей проблемы. Как? Нет решения, что же делать? Очень опасно. Ты убиваешь их и совершаешь яги. Слово мясо, мамса. То есть значение этого слова таково, что сейчас в этой жизни он меня ест, а в следующей жизни я вас буду есть. То есть мамса значит, то есть в этой жизни кто-то кого-то есть, а потом тот кто-то будет его есть. И поэтому очень опасно вот и употреблять мясо всякое и прочее. И вот Нарада Махарадж пришел и сказал: «О царь, ты должен думать снова и опять, чем ты занимаешься и какое же решение». И вот я хочу рассказать историю тебе. И что за история о Пуранджане? И вот это не какая-то, как сказать, нет, не сказка, были, можно сказать, то, что если в других странах обычно описываются какие-то небылицы, то в Ведах, Бхагаватам описывается то, что было. Из этой, смысл вообще всех этих историй, то, что какое-то учение полезно извлечь. И вот Нарада, он хотел, рассказать историю для того, чтобы показать то положение, в котором они находятся, поскольку эти сыновья еще не пришли, это случилось в процессе. И вот Нарада начал рассказывать: «О царе, будь внимателен, слушай то, о чем я говорю». И они начали слушать. Ну, Прачин Барги, он начал слушать то, что говорит ему Нарада. И Нарада говорит: Пуранджан был такая личность, он искал. Он был в Панчал-Деше. Панчал-Деш значит место, где можно наслаждать свои 5 органов чувств. Вот это шабда спарша. Шабда значит звук, спарша прикосновение. Руп красота, форма, раса, вкус и ганда, аромат, запах. Эти 5 главных элементов наслаждения. Если вы посмотрите от Наполеона до вас, если посмотреть на всех, все они наслаждаются этими 5 элементами. Они все стоят за ними. Любые наслаждения, любые люди везде, они хотят, стремятся к 5 этим элементам. Шабда, спарша, рас, ганда. И это не былица, не аллегория какая-то, а быль. То есть, хотя выглядит как аллегория, но то, что уже было когда-то. И вот Нарада говорит: Пуранджан один очень такой вожделенец, слишком много желаний у него было, и он в Панчал-Деше путешествовал там и сям. Панчал-Деш — это место, где можно наслаждаться этими 5 видами, 5 органов чувств. И он путешествовал и увидел однажды какое-то красивое здание и говорит: и вот он какой-то дом нашел незанятый, подумал, что неплохо было помыть и жить там. В общем, заселился, жил долгое время, но в этой комнате была какая-то прекрасная женщина, очень красивая. Он познакомился с ней. И ты должна жить со мной, мы можем наслаждаться вместе. И они начали наслаждаться друг другом. И после этого однажды Чандавек, он напал на это здание и практически уничтожил его. И нужно было починить это здание, отремонтировать. Кто будет заниматься этим? И после этого, смотрите, Чандавек, Гандхарва, 360 гандхарвов, они напали на это здание, выгнали его, что я наслаждался здесь так долго, и никто не жаловался. Но, а вообще кто такие? Ну это мы, в общем, выгнали его из этого здания. 360 гандхарвов с Чандавегой. И после этого он Джаванешваре. И после этого Пуранджан был обездолен, и я кратко говорю, если рассказывать подробно, это неделю займет. И вот Прачеты спрашивают у Нарады о Рише. Не Прачета этот, но отец Прачета спрашивает у Нарады, что мой ум всегда думает о материи, я не могу понять, что ты имеешь в виду. Теория-то красива, но что ты имеешь в виду? И Нарада говорит: о царь, ты не мог осознать, я хочу объяснить тебе. И Пуранджан — это Дживатма. Нарада говорит: о царь, ты не мог понять, что я имел в виду, давайте объясню. И Пуранджан — это никто иной, как Дживатма, душа, полная желания в своем сердце, поскольку у нее есть тонкое тело, зовется корон шарира. Если вы не оставите эти желания, будьте уверены, что в следующей жизни тонкое тело будет следовать за вами, вы получите новое тело и опять будете наслаждаться тем, чем вы хотели. Но этому нет конца, нет решения. И поэтому, о царь, и этот Пуранджан, это наподобно... душе с кучей желаний, а это дом, что значит? Дом, значит, материальное тело с 9 воротами, он зовет дворцом или гостиницей. Нет, просто мы хотим наслаждаться жизнью, контролировать это здание, но Дживатма, у нее нету способности повелевать своим умом и телом. Можете ли вы повелевать своим умом и телом? Не так просто. Если с утра у нас все было хорошо, вечером можем заболеть, следующее утро какой-то малярия может подцепить, или там холеру, там идти в какое-нибудь еще. То есть наше тело мы не можем контролировать, оно может заболеть в любой момент. Также ум, мы его тоже не можем контролировать. И что делать? И вот смотрите, ваше тело, оно зовет подобно гостинице. Но оно не осознает, что это не вечное в этом материальном мире. И после этого он нашел там женщину, женщина олицетворяет собой Буддхи. ум, который, разум, который дает на наставление. Вот в каждой семье практически жена как бы, ну, в Кали-югу жена обычно, как сказать, глава семьи, она все это командует, и все остальные семьи должны следовать наставлениям жены, в Кали-югу так. А после этого, смотрите, положение очень плохо, но... Ну, и вот он подружился со своей женой, с разумом. И вот он, Ашатимати зовется. Иногда она была несчастлива, лежала на полу. В общем, этот ум подобен Асатимати, мати на санскрите. Стрилинга называется, и моти. Ну, в общем, прослушал немножко. Ну, в общем, они хотели жить долгое время, и тут болезни на них напали, и 360 гандхарвов. Иногда глаза у нас не видят, уши не слышат, или пищеварение не работает. И таким образом это подобно колоколу перед нашей смертью. Каждый звонок, он олицетворяет то, что наша смерть приходит все ближе и ближе. И будьте осторожны, и разные болезни, еще что-то, они всего лишь предвещают нашу скорую кончину. Нас предупреждают, что этот материальный мир — это не вечное место, нам уже пора уходить. И потом Джаванешвар. Джаванешвар — это Мритью. И он начал выгонять его, что это наше место. И смерть, она как забрала наше тело. И этот царь начал восхищаться, как ты прекрасно объясняешь, но я не понял. И сейчас я осознал, что я находился в таком плохом положении, в невежестве. И сейчас, по твоей милости, я получил наставление, и я буду пытаться вести мою жизнь соответствующую, но, по-моему, уже поздно. Но все же я буду пытаться. Но никогда не поздно. В английском есть такое пословица, что никогда не поздно, особенно для тех, кто хотят совершать баджан, никогда не поздно. Как, ну, в русском тоже есть лучше поздно, чем никогда. То есть всегда можно начать. И вот он слушал эту историю и развил свое сознание. И сказал: «О, Нарада, я хочу совершать баджан. Вся моя жизнь, она полна ошибок. И поэтому, о, Нарада, я хочу совершать баджан». И 10 прочетов, тем временем они обрели силу, совершая баджан, и они встретились с Верховным Господом, с Четырехруким Верховным Господом, и Он благословил их всех. И я кратко рассказывал, что там было. Они вышли из океана. 10 прочетов. И увидели, что, смотря, что такое. Может, наш отец ушел в лес, и одни деревья остались, как же пройти. Очень опасно. Они разгневались. И из их рта они создали огонь. и расчистили это место, поскольку не было возможности пройти. Все деревьями заросло, и не пройти. Всякие растения и деревья были в этом лесу. И они с помощью огня своих уст они сожгли все деревья. И деревья начали молиться: зачем вы сжигаете нас, нам негде находиться. Но они сказали, что не гневайтесь по желанию Кришны, Верховного Господа, поскольку тем временем они уже встретились с Господом. Они совершали баджан 10 тысяч лет в океане под водой. И сейчас Верховный Господь явился и, говорят, благословил их всех, и идите, живите своей семейной жизнью. Он даю вам одну мою дочь, и все женитесь на ней. И как эта девушка пришла, эта девушка от Кандумуни, откуда, как она произошла, Кандумуни совершал баджан в лесу, и так или иначе он встретился с одной небожительницей, Апсарой. Он был привлечен ее красотой, они, из их любви родилась эта девочка Апсара. Она забеременела от этого Муни и родила девочку, а эта девочка Мариш. А деревья, они заботились об этой девочке. А Индра пришел тем временем и помогал тоже. И Мариша, когда прачеты, они сжигали деревья в лесу. То есть они начали молиться, что мы сохранили нашу дочь для тебя, ее зовут Мариша, и вы все 10 женитесь на ней. И после этого это Мариша, 10 прачетов женились одновременно, как Панчапандава женились на одной этой жене. Сначала и что дальше случилось? Это Мариша 10 прачетов. Из этих 10 прачетов некая могущественная личность родилась, Дакша. Во время Дакши Яги уже был один Дакша, но тот же самый Дакша, но в то время, когда он совершил оскорбление лотосным стопам Шанкара Бхагавана, через какое-то время он молился, просил прощения, но из сердца это оскорбление не было убрано полностью, и поэтому он был вынужден родиться как прачета Дакша 10. И вот этот Праджапати Дакша явился, и Дакша значит способный. И на что же он способен? Почему ему дали имя Дакша? Дакша значит, что он способен. насчет всяких материальных вещей, связанных с плотью и кровью. Он может увеличивать, но он всегда думает о материальном развитии. То есть кто-либо в этом материальном мире, думающий о материальном развитии, можно сказать, что он также в какой-то степени. Любой человек в этом материальном мире, если мы видим, что он очень способен к обретению каких-то материальных благ или материальных вещей, можно его дакшей назвать, что он всегда занят обретением каких-то материальных благ и материального всего остального. И вот тот дакша, он родился как сын 10 прачетов в Чакшуш Манвантара. И вот этот дакша теперь в этой Чакшуш Манвантаре, он опять совершил ошибку. Но предыдущее оскорбление, оно не было очищено полностью, запах остался от него. И в шестой части я могу говорить о том, как он вел себя с Нарадой. Он говорил всякую ересь Нараде, что ты виноват. Ты виноват в том, что мои сыновья оставили этот материальный мир. Они не хотят жениться, это из-за тебя все. Я проклинаю тебя. Ты не можешь жить в одном месте. Ты должен путешествовать здесь и там. И Нарада начал смеяться, что саду надо... Хорошее проклятие саду. Он должен путешествовать, чтобы спасать падших душ. Если я буду путешествовать, это как хорошо. Он путешествует здесь и там, везде. Это хорошо. Если он проклят, это хорошо. И вот. И вот Дакша начал поклоняться Верховному Господу, и Шлока я не произносил это, могу еще раз произнести, что прачеты говорят. Sarvakshmargoyi ragatadhani namaha Suddhaya santayo namaha Sanisthaya Manasiya partham vilasad vayayo Namo jagastano layo dayeshu Grihita maya guno vighayayo Vigrahayo Namo Vishuddha Sattayo Haraye Harimedase Vasudevayo Krishnayo Prabhave Sarvo Shattata 24, 30, 30, Namo Kamala Nabhayo Namo Kamala Malini Namo Kamala Padayo Namaste Kamalekshana Namo Kamala Kinjalko Pishanyamalabhasase Sarvabhuta Vina Nivasayo Namo Ajokshmahi Shakshini Namo Ajokshmahi Shakshini Rupam Bhagavata Tu Etad Asesha Klesha Sanshayam Aviskritam Na Klishtanam Kimanyadanukampitam. This way, you see, nice. Then after that, actually, Naraji Maharaj first of all meet the Prachin Barhi, the father of all. Нарада встретился с отцом 10 прачетов, спас его от материальных оков, и после Нарада встретился с 10 прачетами. Вы хотите жить семейной жизнью по указанию вашего отца, это достойно, но знаете ли вы значение семейной жизни, настоящее значение, как вести семейную жизнь совершенным образом? И Нарада говорит, и вот из этих аскез вы ведете семейную жизнь. Семейная жизнь, она тоже полна аскез. Если вы думаете, что семейная жизнь – это врата наслаждения, это глупо, нет. Это больше тапаси, чем в других местах. Нужно терпеть много чего. И вы должны знать технику, как это делать. И я расскажу вам. И Нарада начал говорить, что вы находитесь такой, подобно тому, как вы находитесь в реке, но два потока. Обычно в реке один поток в одну сторону, но Нарада говорит, что вы в такой реке, у которой два потока, один направо, другой налево течет. Это река Самсара. Один поток может отнести вас в ад к чувственным наслаждениям, а другой поток, поскольку дживатма, она татастра шакти, она пограничная энергия, а другой поток может понести вас в высшую реальность. Но для этого нужно встретить саду святого. И по его милости можно обрести самого Шри Кришну. Завтра я с этого начну. И вот Нарада говорит, вы ведете семейную жизнь. Что это подобно тому, как вы, если вы поливаете корень дерева, то все дерево будет полито. И этот материальный мир, он подобен дереву, все, весь мир. И Кришна говорит такие слова, что это дерево, но наоборот растет корень сверху. А в этом мире корень внизу, а ветки сверху. Но то дерево наоборот. Очень уникально. О прачеты, если вы поклоняетесь Кришне, Верховной Личности, все ваши обязанности сделаны в вашей жизни. И Нарада говорит, нет никаких обязанностей в этом материальном мире, ничего не осталось, чтобы вы делали. Девариши, Будды, Питри. И вот Нарада говорит, Юдхишхири, о царь, нет никаких обязанностей. Девариши. Вот эти все. Поскольку если вы родились в материальном мире, у вас сразу обязанности, долги появляются перед. Рин значит долги, которые вы должны отплатить. Риши Рин. Как можно отплатить долги Риши? Слушанием Харикатхи. шастры, изучая шастры, которые они дали Питарин, если вы женитесь и родите ребенка, мальчика, вы отплатите долг своему отцу. Бутарин — это совершать какие-то подношения всяким полубогам, собакам, птицам, в общем, кормить этих живых существ. Вы так отдадите долг живым существам, и таким образом муравьев сахаром можно кормить, но так или иначе как-то долг вы отдадите. Но если вы совершаете Кришна Баджан, то никаких долгов у вас не остается, все уже отплачено. И вот если вы совершаете Кришна Баджан, все возможно, ничего не остается в вашей жизни не сделанного, и как куда бы вы ни смотрели, ни на какую бы дживатму, куда бы вы ни смотрели, вы должны думать таким образом, что Параматма пребывает в ее сердце. И мой Гурудев, однажды он был в каком-то месте, и эти комары кусали всю ночь его. И преданные начали говорить: смотрите, комары вас кусают. А Гурудев говорит: ну, что делать, пусть ест. Но он настолько милостивый был, что даже комаров не убивал. И в Чайтамрите можно даже найти Кушти Браман. Он был болен проказой. Это лепра. Проказы, в общем. И когда эти черви падали с его ран, он говорил: куда же вы падаете? Что вы сам помрете от голода. Вы сидите в моих ранах и ешьте. Вам там хорошо. И таким образом те вайшнавы, они настолько милостивы все время. Они не мстят никому. Они всегда думают позитивно. Они могут удовлетворить Джанардану, те, кто видит всех дживатам в связи с Кришной. Я могу пример привести. И вот на санскрите я написал 120, я написал около 120 статей на санскрите. Вот одна из них — это то, что Санатан Госвами однажды отправился в Ямуну принять омовение, и в Ямуне он повторил гайтри, и другой преданный, он тоже принимал омовение. И вот один укусил ядовитый скорпион. Он упал в воду, и Санатан сказал: о, Рам. Он взял этого скорпиона и на дерево посадил, а тот его укусил. Он очень был ядовитый, он опять принял омовение, опять этот скорпион его укусил, он опять его посадил на дерево, и кто-то говорит: о, Саду, Санатан, что ж ты делаешь? И вот он кусает тебя, ты хочешь спасти этого скорпиона. И Санатан Госвами сказал, что делать, что у меня есть, я хочу сделать, что у него есть яд, он хочет меня укусить, а у меня милость, я хочу дать эту милость ему. И вот и практически на берегу Ямуны, на Кешагате, какой-то богатый человек из Дели приехал, хотел раздать одеяло преданным. И сидел на Кешагате, слуга у него был помогал. И вот они раздавали эти одеяла, и саду выстроились в очередь, брали одеяло и уходили. Но один саду был очень такой, не саду был очень такой лицемер. Он пришел с одним, взял одно одеяло, переоделся, пошел за вторым одеялом. Но этот был человек очень умный, сказал, уже взял одеяло, нет, не брал. Как не брал? Слуги спрашивают, да. Вот он брал одеяло, говорит, думаю, брал одеяло, переоделся. Он сказал, нет, не дам, больше хватит одного с тебя, я помню. И этот товарищ не дал ему одеялов и пожертвований, и этот пошел куда-то в сторону и начал материть этого человека, который одеяло раздавал. И тут преданные спрашивают, смотрите, про вас, ругают вас, матерятся на вас. И этот человек сказал, у меня одеяло, если я одеяло раздаю. А у него ругань, в его сердце он ругань раздает. То есть, если его сердце это складка, сказать, всякой ругани, то он ее раздает. То есть то, что у вас есть, то мы можем дать. И поэтому у меня вот одеяло есть, я одеяло раздаю, а вот тут товарищ раздает свой негатив. И вот Санатан Госвами говорит, что делать, я хотел спасти этого скорпиона, а он хочет укусить меня. И что делать? Если он не может отказаться от своей природы, то как я могу от нее отказаться? И в детстве, вот, в Бенгалии мы изучали Видьясагара. У него книга небольшая есть по грамматике. И вот он написал какую-то книгу, и мы вынуждены были читать ее. Если вы падшая душа, то это... And you are fallen, that doesn't mean I will have to become fallen. I am not going to fall down. Come down. This way actually we are going to finish this, you know, chapter, actually 4th canto. Very nice. And now we want to step into this, И сейчас следующая глава. Следующая песня, 5-я песня. И вот с сегодняшнего дня мы начнем ее обсуждать, а сейчас я начало только прочитаем. И вот первое. Вы помните, я говорил о Прьяврате и Утанпаде, сын Ману. И вот сын Ману, Прьяврату и Утанпад, я уже говорил. Прьяврата, он очень такой... самоосознавшая себя душа, он не хотел стать царем. Он оставил этот мир, отправился в лес совершать баджан. И вот он совершал баджан в пещере. И я уже говорил об Утанпаде. Друва Махарадж, от него произошел, ну, в смысле, сын его был. И сейчас о Прьяврате описывается, кто их династия, их семья, как они, кто от кого родился. И тем временем Парикшит Махарадж спросил Шукадева Госвами. И этот случай Now Maitrimun is speaking to Vidurji. This way you will have to calculate. Вот кто кому, и вот Парикшит говорит, его цитирует, в смысле, и вот царь сказал, Priyabrato bhagavato atma ramaha katham mune grihe aramato janmulaho karma bandho parabhavaha. Priyabrato, we heard, Priyabrato Mahabhagavata. Priyavrata мы слышали, что Прияврата это Махабхагавата Атмарам. Priyabrato atma ramaha katham mune grihe aramataha. We heard is Atmaram. Мы слышали, что он Атмарам. Но как это возможно для Приявраты? Жить этой семейной жизнью, это странно. И Парикшит спрашивает Шукадева. Поскольку семейная жизнь, она материальная жизнь, она очень опасна. На каждом шагу вы можете быть побеждены. Парабхава. До тех пор, пока вы не примете прибежище у Верховного Господа, вы будете побеждаться каждый раз. Вас будут побеждать каждый раз. Вы браман, вы жадны. Куда-то вы пойдете, кто-то может оскорбить вас. Вы браман, вы так жадны, бесполезный браман. Вы уже побеждены. Смотрите, в семейной жизни ваша жена постоянно вас оскорбляет, унижает, требует чего-то. Даже здесь надо сейчас срочно надо что-то, вот какую-то одежду купить, иначе там ее раскупят. И так вот жена давит на мужа, и все время вас так побеждают. И Прияврата вопрос какой? Парикшит Махарадж спрашивает. Мы слышали об Атмараме, и как это возможно для Прияврата вернуться опять в семейную жизнь и вести семейную жизнь. Поскольку на каждом шагу в этой семейной жизни вопрос поражение стоит. И другой вопрос. И такая великая личность, как Прияврата, мы не можем надеяться, что он вернулся бы и опять привлекся бы семейной жизнью, жил опять семейной жизнью. Мы не можем ожидать, поскольку он Мукта Санга, он освобожденная душа. Хотя Прияврата, он женился, зашел в семейную жизнь, но будьте уверены, он не обусловленная душа. Джанак Махарадж, он вел семейную жизнь, но он давал наставление всем Риши и Муни. Джанак Раджариши настолько великолепен, настолько превосходен он был, Джанак Риша. Он хотел проверить самого Шукадева Госвами, чтобы проверить, достоин ли он принять эту Бхагават-расу или нет. Вьясадев Госвами, Шукадев явился к нему, он хотел слушать больше о Бхагават-расе. И Вьясадев Госвами подумал, если я начну говорить Бхагаватам, что ты очень пристрастен, он твой сын, и поэтому я хочу получить некий, как сказать, сертификат от сертифицированного человека, как Джанак Махараджа, что никто не мог ничего лишнего подумать. Поэтому я лучше отправлю моего сына Джанак Махараджа, он проверит его и выдаст суждение, результат, что он достоин или нет. Если он достоин, я могу говорить Бхагаватам расу. Он отправил его к Джанаке Махараджу. Джанака Махарадж 3 дня он проверял Шукадев Госвами. В Пуранах описывается это. И Шукадев очень строго, но ничего не смог сделать. Шукадев Госвами не был побежден. И тогда Джанаке Махарадж сказал: «Я благословляю тебя, ты самая достойная личность. Принять эту Бхагават-расу я одобряю тебя». И Шукадев Госвами таким образом обрел Бхагават-расу, и из уст Шукадевы мы получаем этот нектар. Nanunam mukta sanganam tadrishinam dijarsavaha griheshu abhiniveshu ayam pungsham bhavitumarhati. Мы не можем даже надеяться, что в сердце преврата родятся какие-то материальные желания. Он обрел сатсангу, святое общение с Нарадой Махараджей, поэтому это невозможно. И Парикшит Махарадж в самое время говорит: «Махатам кули випрорсе уттама сукхо падайо». О Шукадев Гурудев, и те, кто привлечены лотосными стопами Кришны, они не чувствуют привлечения к какой-то семейной жизни. Нет. Махатам холу, холу значит Махатам холу випросе уттама слоку падайо чаян нибритто читьянам но кутумбе сприхамати. And you see, уттам слок Бхагаван. И вот уттам шлока Бхагаван, его лотосные стопы подобны зонтику, они такие охлаждающие. И как невозможно было для него развить интерес к какой-то семейной жизни. И поэтому я сомневаюсь, и мог бы ли ты развеять мое сомнение? Я хочу получить ответ от тебя. Я сомневаюсь, как это возможно, что вы, находясь в семейной жизни, повелевая всем миром, и как он обрел совершенство, как он обрел такое великое притяжение, влечение к лотосным стопам Шри Кришны. И Шукадев Госвами отвечает: «Хорошо, слушайте». Шукадев Госвами отвечает: «О царь». Барамуктам ам значит хорошо, окей, и барам тоже окей. Ом значит Ну, как бы окей. Ну, что-то вроде окей, согласие, значит. Ты спрашиваешь хороший вопрос. One life, you have to control your, breathing. You cannot control. So power you need inside. So you can speak. At a time, in one breath, you will have to speak whole sloka, big sloka. Эту шлоку надо говорить на одном дыхании, поэтому надо контролировать свое дыхание. И вот ты спрашиваешь прекрасный вопрос. Bhagavata paramahansa daito kathayam kinchit antaraya vihitam swam sivatamam padavimna prayena hinanti. Those who are getting, the, nectar, the honey from the lotus feet of their Supreme Lord. Siva charana vinda makaranda raso abhishit chetasa. His heart is full of nectarian feeling. И вот те, кто наслаждается нектаром с лотосных стоп Верховного Господа, то их сердце, оно полно нектара. И даже если они вступают в семейную жизнь, то для них это безопасно, и нет никакой опасности в этом. И завтра более подробно о династии Превраты мы будем говорить. So you see, you enjoying? Actually, tomorrow we can speak in details. Yatha tararamulla nisechanena tippanti taskanda bhujo pusa pranopaharasya yathendriyanam tataiva sarva araharanam ucchuteja vanchakalpatarusya ke vasindivavachavatitanam vamane vyo vaishnavyo namo.